Ну вот, друзья, выехали. Всех, кстати, приветствую. Выехали сегодня опять на Амур. Поставили мы сечонку. Все рыбачим мы по лицензии. Все как положено. Без всяких, чтобы не было проблем. Сеточка у нас стоит. Сейчас будем проверяться. Вот. Посмотрите, какие места обалденные. Невосточные, красивые. Летает, конечно, как всегда, когда идет рыба, летают у нас интересные здесь мотыльки. Их называют подъемка. Вот, проверяемся. Все покажу вам. Смотрите внимательно. Сетка у меня 5,5, 2 метра. Нерпа, конечно, как всегда, достает, не дает рыбачить. Ну, ей тоже кушать надо. Конечно, ну рвет здорово сетки. Ну, смотрите за нашей рыбалкой. Глядите, как мы проверяем, что мы ловим. У нас идет летняя кита. Ну и горбушка, конечно, попадает. Удара нет. В основном мы приехали ловить киту летнюю. Вот. Вообще. Идеальная штука, вот такая небольшая, а вот смотрите, какая нитка, вот она бросает, намоталась, вот она, вот она, называется горбыль, вот она, еще одна идет, еще одна идет. У меня рыба хорошо ловит. Пошла летняя, еще раз говорю. Вот она. Красавица. Рыбка неплохая, вот такая. Ой, идет. Еще идет. Еще рыба. Нормальная такая. Красотулька. Ну это уже мамулька. Красотулька, вон она. Вот она. Пошлите дальше. Подбираем сеточку. У нас сеточка небольшая. Метров 30, наверное. Ну мы, в принципе-то, так для себя поймать. Вот она, еще одна. Еще одна. Что хочу сказать, маленечко, отойти от рыбалки, да, проверили сетку, вам показали, да, вода очень мутная, шли дожди, там, туда-сюда, сегодня погодка маленько благоприятствует. Вот, рыбаков тут навалом, конечно, вон до самой, там, а вопрос не в этом, вопрос в том, что вода грязная. Ну что, ребята, я вам расскажу, откуда эта вся грязь. Комсомольск, Хабаровск все скидывает, все, что можно, непонятное нам. Вот. Ну а мы как бы потом вот этой рыбой, кстати, и питаемся, потому что мы всю жизнь выросли на этой рыбе. По-другому мы не можем жить. Поймите, и нас тоже, блин, ну, как-то надо бороться с этим. Потому что вот эти все предприятия, да, я не буду говорить, какие, все это все понимают прекрасно. Комсомольск, Хабаровск просто все скидывает, все это ведет в низовье Амура. И
блин, все это загрязняет. Да, конечно, рыба есть, много рыбы, очень много рыбы пропадает. А потом все печалятся, а что же у нас, так говорит, рыбы-то нету, ребята? Почему до нас не доходит летнее, почему до нас не доходит осеннее? Так я вам расскажу, тема только в одном. То, что вы, не смотрите за своими организациями, которые скидывают все это дело. А внизу их просто ее травят. Ну, я не говорю, что плюс то, что тут питерцы и все остальные ее просто выдалбливают в низовьях Амура. Мы-то что, мы поймали там свои 20 штук и улыбаемся, нам это хватает. А вот вы представьте, вот то, что творят они там, как они рыбу просто поганят. Я когда-нибудь поставлю вам видео, то, что когда идет рыба и шторм. Просто это рыба, которая ловится, да? Поднять ее невозможно. А они что делают? Они ее просто сотнями тонн. Не то, что там, а там тонна, две, сотнями. Она рыба ложится у них в заездках. И после этого она просто, они когда поднимают, эта рыба вся бежит. Бежит она уже, в смысле, дохлая, километрами. Не то, что там, а десятками километров. И всем это все насрать. Ну давайте, мы же не об этом. Мы-то рыбачим, мы как бы законные товарищи. Все будем действовать по закону. Вот рыбинка у нас. Еще одна. Вот она. Хорошая. Крупненькая. Ой, хорошая. Вот такая рыбка. О! Ну, многое, конечно, не покажем. Вот, немножко порыбачили, поймали там немного. Ну и, в принципе, всем приятного просмотра. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Штука, всегда, комментариев. Всем добра, ребят. И ни хвоста, ни чешуи.